Здравствуйте, друзья! Город Сенивейл. Дворами, огородами движемся мы к почтовому ящику. И в этот почтовый ящик будет брошен конверт один, желтенький. Вообще, надо сказать, что прислали такой, знаете, обычный конвертик, не приблотненный, знаете, такой. Вот. А так, просто вот как маленький такой. И в этом конвертике, чтобы вы знали, 3 грин-карты и 2 номера социального страхования. Третий как-то мимо нас прошел, неважно. Я не то, что претензии. Вот. И вот сейчас бросим. Последнее время как-то редко стало приходить что-то. Вот сегодня пришел номер социального страхования, так я не нашел человека у себя в архивах, там, кому, что, чего. В скайпе у меня его нет. Думаю, ладно, сделаю маленькое видео, там, на 15 секунд. Говорю, выходи, приходи, забирай, там, и так далее. Мы сегодня впервые, друзья, отправляемся на операцию по отправке грин-карты и номеров соцстрахования с нашим Томиком. Значит, Томик у нас привязан к ремню, который на тете Свете. И вот она утверждает, что эта концепция должна стимулировать собачку не тянуть поводок. Но вот вы видите, что он сейчас выходил за рамки концепции. Хотя, в принципе, ему так, если напомнить, то он... Ну да, он даже посматривает на Свету, он, в общем, интересуется, где она находится. И я вот Свете сказал, что когда Томик подрастет и станет более таким, знаете, воспитанным, интеллигентным псом, нам не нужно, это чужие шмотки, нам не нужно. Мы научим его, друзья, зубами бросать конверт в почтовый ящик. Света, потяни его немножко, потяни. Вот. А ты должна тазом это делать, даже тазом так, раз-раз, и тогда вот он дернется, а что ты его рукой дергаешь? Это совершенно нарушается концепция. Вот. И он будет зубами, друзья, зубами бросать конверты в почтовые ящики. Так, вот, значит, впереди вы видите там, ну, а может, еще не видите, но там есть почтовый ящик. А тут, друзья, канава. Представляете, вот как люди живут в городе Сенивейл, где канавы. Это канава, я не знаю... Может, когда-то здесь были дожди, но с изменением климата что-то дожди я больше не наблюдаю особо. Вот. А и так, в принципе, если случится дождь как-нибудь, так он в этой канаве. Что ты говоришь? Он просто какой-то маньяк по части того, чтобы запутать. Запутать, да. Очень многие люди тоже так, знаете, друзья, они все, что им дадут, все запутывают. Вот. А есть такие, что все распутывают, а есть такие, что вообще ничего не делают. Поэтому... Получается, что тот, который просто ничего не делает, он даже лучше того, который все запутывает. Правильно? Он не создает проблем другим людям, которые должны распутывать. Ну что, посылаем конвертик. Вот он желтенький, вот он такой, ласточка. Вот. 3 грин-карты, 2 номера соцстрахования, 1 блогер, друзья. Вот он, один блогер, и он вам говорит, что в тот момент, когда хлопнет крышка ящика, у вас появляется шанс заработать в карму пару очков хороших, вот, с позитивом. Значит, вы ставите лайк, и вот вам идет, что положено, идет в карму, и тем самым вы даете посыл, значит, нашим новым землякам американским, даете им посыл, установку на то, чтобы все у них было хорошо. Раз, два, три! Раз, два, три, грин-карта, лети. Не в рифму, друзья, но от чистого сердца. Счастливо!